На сессии Назаровского районного совета рассмотрено представление Назаровской межрайонной прокуратуры об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Депутаты признали, что действительно нарушение законодательства имело место быть, и в настоящее время уже приняты меры к устранению нарушений. В связи с тем, что председатель районного совета депутатов добровольно сложил из себя полномочия, так скажем, они посчитали, что уже нарушения устранены. В этой части, наверное, я с ними должен согласиться, поскольку в настоящее время Кучинская является просто депутатом Назаровского районного совета депутатов. И как депутат на нее не распространяются требования законодательства о противодействии коррупции в той части, что она не может заниматься иной оплачиваемой деятельностью. Поэтому мы еще получим ответ, изучим его и, так скажем, для себя определим, есть ли основания для каких-то дополнительных мер реагирования. То есть депутатом она продолжает оставаться? Да, депутатом в настоящее время, насколько я понимаю, она продолжает оставаться. Но, возможно, будут какие-то изменения, да? То есть вы изучите ответ, который вам предоставит районный совет, посмотрите все аргументы, которые будут озвучены. Да, конечно. Не исключено, что все-таки депутатом она не останется? Нет, депутатом она может быть. Ну вот смотрите, Дмитрий Юрьевич, когда изначально прокуратура отреагировала на выявленные, более того, предавшиеся огласке факты нарушения антикоррупционного законодательства, вы настаивали на том, чтобы и снять полномочия, и забрать. Мы требовали устранить нарушение законодательства. Нарушение законодательства состояло в том, что она, как председатель районного совета депутатов, занималась иной оплачиваемой деятельностью, чего она не могла делать. В настоящее время она перестала быть председателем Назаровского районного совета депутатов. Соответственно, на нее уже эти требования закона не распространяются. Поэтому просто депутатом она может оставаться. Просто депутатом она может быть.